24 ноября отмечался День матери. Для России это сравнительно молодой праздник, ему всего 15 лет. Отмечать его стали с 1998 года по указу президента Российской Федерации. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. И в преддверии этого значимого дня сотрудники отдела ЗАГС поздравили с праздником многодетных мам. Это позитивная установка молодых мам очень радует, потому что перед государством, как вы знаете, стоят демографические проблемы. И ваша жизненная позиция, когда вы не боитесь и пополняете свои семьи вашими детишками, это как раз идет, по указанию нашего государства. День матери – один из самых трогательных праздников. Каждому из нас жизнь подарила мама. Именно с мамой ассоциируются любовь и доброта, ласка и забота. Присутствующие мамы, помимо поздравлений, получили и ценные подарки от отдела социальной политики Министерства социальной защиты Сахалинской области.